Всем привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале PlayPanda, и у нас сегодня с вами будет продолжение бабки второй части, и давайте мы посмотрим, что нам нужно выбрать. В предыдущей серии, в предыдущем видео мы смотрели на практический режим. Сейчас я хочу попробовать режим Easy, но с одним из персонажей, потому что с обоими это будет сделать сложно. Давайте мы возьмем... Так, дед у нас, чё, дед... Типа, бабка слышит все хорошо. А, каждую вещь. Дед слышит не очень хорошо. Не слышит очень хорошо. Держи F, чтобы свободно yourself from... Из ловушки F держать. Из капкана. Держи под кроватью или в вардробе. А, или в шкафу. Прячься. Ты имеешь 5 дней. Используй наушники для лучшего опыта. Для лучшего решения. Так, ну, для лучшего решения мы уже используем наушники, как мы видим, да? И в целом мы давайте возьмем одного деда, потому что он слышит не очень хорошо. Полы не крякают у нас. Графика наилучшая. Дед 1, уровень легкий. Поехали. Заставку мы давайте пропустим, потому что мы заставку уже смотрели. Escape to skip. Посмотрим, как мы сможем выполнить все задания. Не знаю, насчет вертолета. С вертолетом мы хер, наверное, пройдем, потому что вертолет это самое-самое сложное, чем может только быть, потому что он на самом верху туда лазить и лазить. Хотя, если деду дать люлей и застрелить его там, допустим, то, в принципе, ничего сложного в этом я не вижу, потому что, ну, блин, по сути, это, ну, все нормально. Если учитывать тот факт, что сейчас дед бегает достаточно... ходит медленно. И ходит он сейчас прямо надо мной. То, в принципе... Так, здесь у нас... Опа, дурлок. Дурлок, давай возьмем его, потому что, ну, мало ли, пригодится. Он ходит гораздо медленнее, чем мы. И в целом... Да пошел ты в жопу, дед! Ты как меня увидел-то? Ёб твою налево! Тебя закрыть можно. А я думаю, что... А там нельзя закрыть. Эй! Дурень, блин, пошли. У него ключ на шее. Ключ на шее, видишь, монтировку. Все, давай, пойдем. Молодец. Иди гуляй, Вася, отсюда. Ай, сопли появились непонятно откуда. Опа! Блять, бот... Бот Кейта мне зачем? Для начала мы из... Ты че ревешь, что дурак? Мы используем боткей. Ой, боткей, блядь. Дурлок. Дурлок у нас есть. Здесь у нас ничего не находится. Дед пошел в ту комнату. Все. Закрыто. В рейндж. В рейндж это хорошо. В рейндж это хорошо. Так, сейф. Это я вешалку уронил, ничего страшного. Он один хрен ко мне не зайдет, правильно? Правильно. Где он? Он где-то здесь ходит. А, может, наверх пошел? Блять. Где он ходит-то, собака такая? Он ходит прям как будто вот тут вот. Сраный этот пиксель надо поймать еще. Так, ладно, допустим, что его здесь... Дед включил музыку и слушает. Наелся и спит. Чё у нас здесь? Фотки здесь нету. Так, мы пойдем на улицу. Мы пойдем на улицу. Закроем лучше дверь за собой. Так, вот здесь вот больше ничего нету? Нету? Нету. Малыша мы нашего этого смотреть ничего с ним не будем. Ничего делать с ним не будем. Давайте спустим воду. Потому что, ну, блин, на всякий случай, мало ли что. Мы же туда пойдем все-таки в конце концов когда-нибудь. Так, в рейндж нам нахер больше не уперся, правильно?
Опа. Вот его бы там закрыть бы нахрен, и все. Вот как бы его закрыть бы там? Ёб твою мать, он все-таки там... Блин, вот сейчас было бы можно его там закрыть, наверное, и все, и пройти бы всю игру, потому что нахрен она там... Ну, все, мы по сути все бы сделали сейчас. Дед бы закрыть в этом в загоне, да и все. Было бы вообще отлично. Так. Смотрим, чтобы дед не подкрался сзади. Деды, они такие, блядь, подкрадется сзади, и все, и пиши пропало, и все, как хочешь, так и живи потом с этим. Опа. Дед! А, дед? Дедуль, я тут тебе спада... Опа! Я вижу кое-что. И это кое-что я сейчас использую после того, как деда обезврежу. Кстати, я придумал... Нет, я не придумал ни хрена. Я ни хрена не придумал. Он же пропадет, как... Наверное. Где он вот ходит? Вот где он? Прям вот... По ушам мне ходит. Где лестница на второй этаж? Где-то вот здесь, да? Он поднимается на второй этаж. Сейчас мы его и грохнем, нахрен. Заодно. Опа! Все, дурень. Си он меня. Так, дедок. Дедок, блин. Че у тебя тут такое? Security gate, это от security room. Ты давай там не это, не шебуршись. Опа! Ой, на все кнопки понажимал. Дедуль, монтировку-то отдай. Она тебе нафиг не нужна. И ты смотри, я здесь за тобой слежу. Так, ты туда летишь. Так, я иду сюда. Беру вот эту вот ерунду. Ой-ой-ой. Ой, блядь, такая, ты что такое делаешь-то, дурень? Дурень. Он пропал. Это значит, а где это? Это значит, что он уже воскресился или что? Здорово вообще. Да. Давай мы сделаем вот так. А если я вниз упаду? А если я вниз упаду, то все, что ли, да? Закончится мое счастье. Никто не ходит, значит нормально все. Надо было пистолет с собой все-таки взять. Потому что, ну, пистолет это, блин, дело важное. Получается у нас... А где все-то? Так, это улица с вертолетом. Вертолет это хорошо, вертолет это здорово. Вертолет лучше быть не может, ничего. Хеликоптер мануал это, конечно, тоже очень классно, потому что... Потому что это классно, но... И че? Я че здесь ничего не нашел-то? Ну. Стоп. Стоп. А где security key? А я откуда возьму тебе security key? Он, по-моему, на улице лежит. Он с той стороны этой двери. Да? А, вон он. Так, дед. Ты где ходишь-то? Фотку нашел. Опа. Door handle. Тут я смогу спрятаться. Опа. Сейф-кей. Сейф-кей это где-то рядом где-то. Я помню это... А, это в этом. В гардеробной. Дед, блин, этот ходит еще, он мне прям настораживает. Он прям покоя мне не дает. Опа, хендвилл. Хендвилл это внизу. Хендвилл это внизу, это я знаю. Тут что-то нет ни хрена вообще.
Дед! Здорово, пойдем. Дедуля, погнали, 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 погнали. Здесь ложись. А, и лежи. Потрясся немножко и упал. Так, хендвилл. Так, давай мы пистолет вон вниз бросим. А, сходим, бросим туда хендвилл. Опа. Это ближе к вертолету. А к вертолету это значит safe key. Security key. Вот эту вот ерунду мы возьмем сюда. Эту ерунду мы возьмем сюда, бросим. Так, что у нас дальше-то? Что-то я прям забегался. Я вообще прям что-то я прям запутался немножко даже, я бы сказал. А не забегался. Так, дед лежит там. Дед лежит там. Где мой пистолет? Блин, пропал дед, это плохо очень. Мне не нравится, когда он пропадает. Так я его хоть контролирую, хоть визуально, как-нибудь, немножечко хоть. А тут он просто, получается, взял и пропал. Да. Так, допустим. Так, это ключ от лодки. Ключ от лодки, это здорово. А, вот здесь вот сейф-кей нужен. Сейф-кей. А сейф-кей где я находил? А сейф-кей-то где? Стой, я же ведь нашел сейф-кей. И чё ты хочешь сказать, я его просрал где-то? Чё произошло-то с ним вообще? Куда его делся? Так, открыли мы дверь. Во, я тупой. Где я сейф-кей просрал? Вообще не понимаю сейчас, честно. Честно, куда я его положил, где он лежал? Дурлок. Пойдем наверх посмотрим. Да не может его быть наверху, я его здесь не оставлял. Я здесь больше ничего не нашел, кроме как... все, вот больше я не нашел ни хрена и пошел вниз. Это security key. Security key я нашел, а дальше-то что? Дед прочухался. Здесь, может, я где нашел? Так, фотка. Ручка, да. Да, вот он. Это в гардеробной. Дедуль. А, дедуль. Мне не нравится, когда ты свободно перемещаешься. Ой. Пойдет наверх сегодня, нет? И где он? Опа. Это чё? Блядь, чё пугаешь ты меня? Опа. Фьюз, ой. Да, глаз фьюз. Нет, ты меня не видишь, дед. Ты чё там, спал что ли? Дедуль, мне нужен первый этаж, освободи, пожалуйста. И не буянь. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Угу. Все, умница. Вот и лежи здесь. А, я пошел к бабке в комнату. Или к ним в комнату. Я так понимаю, дед спит внизу, а ни хрена, а не с бабкой. Потому что что ему спать с бабкой, толку-то от него. А... Опа! А че, зачем так сделал-то? Пойдем. Вниз. В сейф. В сейф вот в этот. Да нахрена она мне уперлась-то? Ну в конце концов-то. По сути, мне только лом нужен. А лом я могу, наверное, найти у этого пацана. А, еще падлок кей. Нихера себе, не лом. Не только лом я должен найти. Поэтому...
Опа, газолин. Здорово. То есть, по сути своей... По сути своей, я могу сейчас пойти вот сюда. Опа, фотография. Все. Здорово. Лом нашел, кроубар. Так, лом, наверное, надо будет использовать после того, как я еще раз деда ошарашу, потому что... Потому что я что-то не уверен, что он еще долго пролежит. Я вообще не уверен, что он еще лежит. Опа! Я вижу... Я все, по-моему, для лодки нашел уже, да? Ну, как всегда, Padlock Key только не нашел. Padlock Key я не нашел. И в тот раз я, кстати, Padlock Key не нашел. Вот Bot-Key. Да? Да, Bot-Key. По сути своей, я вот тут вот выламываю эту, а Padlock я не нахожу. Padlock-то где? Padlock. Padlock этот, блин. Дед проснулся. Прочухался. Я тебя тоже вижу. Полежи немножечко еще, я пойду сломаю дверь. Я думал, ты решил постоять. Смотри, значит. Где у нас здесь может находиться что-нибудь, что-нибудь интересное, что-нибудь нужное? Тут только хрень это находится. И ружье. Ружье находится... Да, здорово, ружье находится. А, ну по сути, у нас сейчас есть два места, где мы можем что-то найти. Это подвал. Это подвал. Мы успеем в подвал точно сбегать. В подвал я побегу. В подвал я сбегаю. Сейчас сломаю эту коробку. Верно? Верно. Weapon Key. Оп, блин, ну, блин, сейчас Weapon Key этот брошу наверх, чтобы он там лежал. Потому что кроубар мне этот нужен еще. Так как он, как бы, ну, блин, он нужная, нужная вещь, ты понимаешь, нужная вещь. Этот лом, это вообще против лома прием нету. Только жалко, что я им где-то огреть не могу. Где пистолет? Где пистолет лежит? Пистолет лежит на входе где-то, да? Вот он. Так, мне к бабке надо. Мне к бабке нужно в комнату. Дед пока не прочуханился, он... Бабки в комнату и ломаем вот эту вот эту. Padlock Key! Все, по сути, я могу сбежать. Все, я могу сбежать. Хули я могу сбежать-то, если я... Че я толку могу сбежать-то? Не, я могу сбежать. Я беру лом. Дурхентл сейчас возьму. Пойдем потихоньку. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Знаешь, это вот... Да возьми ты его. Да, дед прочуханился, все. Где он там? Вообще я могу сбежать, да? А, Дурхендл, ёб твою мать, не могу сбежать ни хрена никуда. Иди в жопу, дед. Я возьму все-таки у тебя эту ерунду, пока ты это... Постой. Отдохни. Вообще, на самом деле, игра не такая сложная, если играть с одним. Играть с одним гораздо проще. То есть, ну, блин, ты просто его обезвреживаешь и просто по ним, ну, поддерживаешь его в горизонтальное положение. Все, мы прошли. Мы сбежали от деда.
мы сбежали от деда. В следующий раз мы можем также сбежать от бабки, если вам понравится это видео, если его будут кто-нибудь смотреть, если его посмотрит много людей, то, естественно, сбежим и от бабки. А на этом я хочу закончить. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, ребят, всем пока.